Я смотрел фильмы, читал книги. И только сейчас понял, что все это было про тебя. Я Аль. Алла. А вы французы. Меня зовут Николай. Ника. А что, кстати, твой турист надолго? Говорит, без меня не уедет. Давай попробуем сделать тебе визу. Нет, это мыслимо или дело? На 3000 с Франции наговорить. Я не привык быть настолько счастливым. Мне кажется, я влюбился. Я еду во Францию. Мы с Алей друзья с детства. Ты пойми, ну, молодая, красивая девка. Ну, хочет жить как положено, хорошо. Ищет варианты. Сколько серьезных людей обожглись при контакте с такими очаровательными. Именно такие чистые девушки, как она, попадаются в лапы соблазнителя. Меня, кажется, бросили. И я вернулась. Тебе лучше все это забыть. Почему ты ее не остановил? Ни один мужчина не может жить без женщины. А ты как думал, можно приезжать и уезжать, врываться в жизнь людей? Оставьте меня все в покое! Дрянь! Да кто тебе еще правду скажет? Он говорит, что я его кроличьи лапы приношу удачу.